Привет, друзья! С вами Юрий и Никита Бледных и наш проект «Курс на мечту». И сегодня мы встретили вот на Ольхоне, на Байкале, встретили вот этих двух замечательных людей. И решили у них тоже спросить, а что же такое счастье? Ну, прежде всего, представьтесь, да, кто вы? Что я вы... Руслан из Владимира, автостопщик. Вот. Я Александр из Хабаровска, тоже автостопщик. А как вы вот так вот... Ну, вот это место свело нас, в общем-то. А, то есть до этого не знакомы были вообще? Вот так вот, вот это такое место чудесное, что вот сводит так людей. Ну, вообще, мечтаете о чем-то? Конечно. Вот есть какие-то мечты? Да нет. Вообще нет? А я мечтаю. О чем? Ну, допустим, я считаю, что как у любого человека мужского пола должна быть семья со временем. Uh-huh. Вот. И, соответственно, оставить после себя потомство. Все uh-huh. очень просто. Вот. Но еще я мечтаю, чтобы это все было очень интересно, и чтобы мои дети, допустим, со временем получили только лучшую долю опыта, который я приобрел и приобрету за свою жизнь. Uh-huh. Вот. Счастье – это... Не знаю, никто не знает. Я думаю, что... можно... Вот свои ощущения, вот как? Для меня счастье – это когда... Когда мне комфортно находиться в данный момент, в данной ситуации. Ну, согласен, абсолютно. Да? Да. Настоящее время. То есть счастье – это комфортное настоящее время, так сказать. Угу, угу. Советы, рекомендации нашим зрителям, как быть счастливым? В первую очередь, нужно перестать думать, вот, и нужно мыслить, вот, и дерзать. Вот я так считаю. Продумать, конечно, что последствия могут быть всегда и везде очень различные. Но нужно всегда стараться рисковать, но в меру. Ну, я думаю, что с этим делом, как говорится, с этими советами можно обрести счастье. То есть перестаньте думать, начните мыслить. Правильно я понял? Да. Когда человек думает, он себя загоняет во всяческие новые вопросы и блоки психологические. И прибудет вам счастье. Друзья, записывайте, это рецепт от наших друзей теперь. Вот. И с вами был проект «Курс на мечту». Будьте счастливы.